Вахтан Хмаїса, грузинський військовий експерт, доктор політичних наук, готовий доєднатися до нашого ефіру. Пане Вахтан, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго доброго, доброго дня. Так, ось, врешті. Продовження теми про інформацію від британської розвідки, які допустили цілком, що сьогодні і завтра Російська Федерація може завдати ракетних ударів. Зараз вже і в Києві буквально щойно оголошена повітряна тривога. Прийшло сповіщення. Чи справді слід цього чекати від нашого ворога? Бо ракетна небезпека, і просто зараз вона зберігається. Так, да, ну, звісно з таким, как говориться варвастом. звісно, встрічають і поздравляють я б акресор. великий украинский народ, и это понятно, потому что российская армия проигрывает войну. Естественно, что даже вот интересный факт произошел сейчас. В России в записанном виде обратился министр обороны так называемой Российской Федерации, Шойгу, и даже вот поздравил своих, свое, так сказать, черное, я бы сказал, и бесславное войско. Как раз вот, я не знаю, там 9 часов до начало Нового года. Я думаю, что как раз это тоже уже говорит о многом, что в Кремле уже заметение, замешательстве и, и они даже не знают, как по поздравить свой э, народ. И говорят даже, так, то, что таким образом они поздравляют э, украинский народ. Я, я имею в виду поздравлять это, естественно, в скобках. И это уже говорит, что российская, российская войска, российская армия уже фактически проиграла войну в Украине. И это уже, как говорится, их, не конвульсия. Я вот желаю в будущем году, чтобы перемога была абсолютно ощутимой. И украинские войска освободили свою территорию. И даже освободили от гнета весь, я бы сказал, постсоветское, постсоветское пространство от фашизма. От российского фашизма и нацизма. Который сейчас, к сожалению, как говорится, опять как еще имеет, я бы сказал, такую наглость вот такими действиями как раз действовать при новогоднее время и провогунить, так сказать, вот в эти дни. Я думаю, что победа будет уже в будущем году через 9-10 часов позже уже, так сказать, за нами, и враг не пройдет. Это самое главное. Так что я думаю, что как раз, что если враг, так сказать, хочет ударить по Украине Новый, Новый год, это уже говорит о ее, я бы сказал, большой, большой слабости. Это факт. Это, по-моему, так сказать, отчасти, отчасти должна быть, может быть, отрадно. Нет худа без добра, как говорят вот в России. Вот, вот здесь можно об этом и, об этом и говорить. То есть уже Россия уже ощущает, что она проигрывает войну всецело. Так, пане Вахтан, з іншого боку, Міністерство оборони Російської Федерації вони сказали про те, що в новорічну ніч довкола Москви будуть розгорнуті додаткові системи протиповітряної оборони, що будуть у посиленому режимі чергувати військовослужбовці із цих підрозділів. Невже і там очікують, що в небі над Москвою може щось летіти, що доведеться збивати. Ну це ще раз доказувати чому я говорив якраз не скільки назад, зашто. даже в Москве не ощущают себя в безопасном отношении. Даже в Новый год, Новый год почему-то они ожидают, что украинские дроны долетят до Москвы и даже могут ударить по Кремлю. то же самое, как говорится, как и Москва, так сказать, была в 1941 году, в декабре, как раз ведение, так сказать, ударов со стороны нацистского вермахта, то же самое сейчас как раз, ну, хотя сейчас, естественно, сейчас Невозможно сравнить э, то период с этим, потому что тогда, да, Совет Союз оборонялся от нацистского, от нацистского вермахта, но сейчас как раз вот, э, Украина обороняется от э, российского агрессора, и даже российский агрессор боится удара по Москве. Вот, вот, до, вот до, до, до той степени дошло, как говорится, вот э, такая ситуация. Так что я думаю, что это еще раз подчеркивает э, то, э, ту версию, что Россия... Очень сильно, и не Россия, а Кремль, очень сильно боится проигрыша в этой, я бы сказал, несправедливой войне, которую она сама же и начала против великой Украины. Я думаю, что в этом и сила Украины и украинского народа, что враг боится в Новый год э, за свою шкуру. Вот это самое главное. Но мы-то мы знаем, что украинский народ и украинские храбрые войска ударяют только по военным так сказать, объектам. Это абсолютно правильно. Это как раз в соответствии с гуманитарным международным правом. Потому что те, те ублюдки, которые совершают вот такие, я бы сказал, я, ну, я не могу сказать, ну, как, я, не гуманитарные, как, в скобках как сказать, акции и действия, они должны быть наказаны. Даже в самом своем логове. Это факт. И украинские войска соблюдают принципы и нормы международного права, особенно гуманитарного права, в отличие от наемников и убийц, которых, так сказать, полным-полно в российской армии. И я должен сказать, что украинские значит, вооруженные формирования воюют против убийцами и преступниками. Это самое главное. Которых выпускают из тюрьм, из колоний. И они просто, так сказать, это, это тоже интересный факт. Да? То есть против наемничества, международного наемничества воюет сейчас сегодня украинский великий народ и украинская армия. этим защищает Международное сообщество от этого сброда. Вот я вот так могу сказать по этому поводу. Пане Вахтан, ну і бачимо, що Кремль настільки боїться якихось можливо навіть і певних диверсій та провокацій, що у новорічну ніч навіть закрили червону площу для людей. Туди нікого не пускатимуть, і так само посилили чергування патрулів. Це і російська гвардія, це і звичайні правоохоронці. Чи дав, Чи часто таке буває, так що навіть червону площу у Москві закривають у новорічну ніч для звичайних росіян і для гостей міста цілком ймовірно, так само. Це ж означає, В подтверждение ваших слов, что Кремль и справедлии, очень боится. Да, конечно, такого даже не было во время первой и второй чеченской войны, и даже в то время, когда происходили сказать, террористическая атака в норд осте Вы помните, это эти факты? Тогда не было такого высокого уровня, значит, военного, чуть ли военного положения. И это еще раз доказывает, что Кремль боится, Кремль боится Украины и официального Киева. Это факт. Я думаю, что даже Кремль боится собственного народа, потому что сейчас была сегодня была попытка поджечь так называемую новогоднюю лонку, елку под Кремлем, да, и на Красной площади. Это уже говорит о многом, что даже сами россияне, здравомыслящие россияне понимают, что Кремль обречен и что, то сказать, с нынешним, так сказать, кровавым режимом должно быть покончено. Вот как Кремль больше всего, я думаю, что больше всего, значит, украинских, так сказать, диверсантов и военной развивательной групп боится собственного населения. Это самое главное. Вот я могу сейчас поспорить, прямо сказать, что вот сегодняшнее, так сказать, приветствие Путина будет записано. Он даже не успеет выступить, так сказать, в прямом эфире и поздравить свой народ с Новым годом. Вот вот, пожиму увидим, да. Он как раз, как сейчас записал свое приветствие министр так называемой обороны Российской Федерации Шойгу, в своем, как говорится, я не знаю, так сказать, или в центре, так сказать, национальной обороны, или в самом, так сказать, здании Министерства обороны, и так поздравил свое войско, вот в таком, я бы сказал, трусливом виде. То же самое, это сказать, и будет с их верховным главнокомандующим. Вот, как раз вы можете, мы будем как раз свидетелями вот этого факта. Потому пан... что это уже будет говорить, это уже, уже будет, так сказать, факты будут говорить сами за себя. Так, і не так багато часу у нас залишається. буквально дві хвилини. Насамкінець хотілося б з вами обговорити ще наступне повідомлення. Українська розвідка вважає, що з 3-го, буквально січня в на території Російської Федерації можуть оголосити чергову хвилю мобілізації. Що до цього готуються, плануються робити. У той час глава міноборони України Олексій Резніков заявив, що на початку січня у Росії закриють кордони через нову хвилю цієї мобілізації. Далі процитую: на початку січня російська влада закри... І кордони для чоловіків, потім оголос, оголосять військовий стан і розпочне чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і до Білорусі. Тож фактично ізолюють своє російське населення для того, аби погнати чоловіків на цю війну проти України. І з чим Путін і Російська Федерація виходить, заходять в новий 2023 рік? Адже все у них виглядає зовсім не по плану, як здавалося. Ну, звісно, я думаю, що якраз. Путин уже готовится, чтобы ввести военное положение и осадное положение в стране. Я думаю, что это произойдет не меньше, так сказать, так называемого, так сказать, старого Нового года. Я думаю, что уже, так сказать, где-то в середине января Путин будет вынужден уже, значит, объявлять официальную, так сказать, мобилизацию. Уже там приведены, так сказать, соответствующие, так сказать, указы. И только Путин должен подписать данные указы. Я думаю, что как раз Путин, Кремль готовится к этому. Потому что Кремль хочет как раз объявить 2023 год, 2023 год именно как раз годом войны. Вот именно полномасштабной войны с Украиной. Это вот факт. И, и то, что даже это, если это произойдет, то это будет означать то, что Кремль боится еще раз, хочу подчеркнуть, Кремль боится своего же населения. Вот это самое интересное, самое очень главное. Потому что оно уже не верит, так сказать, тем наемникам и тем убийцам, которые сейчас воюют против украинского народа и украинских вооруженных сил. Я думаю, что как раз вот в этом контексте паранойя уже дошла в Кремле до максимального уровня. Это факт. И так, я хочу, просто с вашего разрешения, я, еще, я еще как раз я хочу побожать всей Украины и, и всему украинскому народу, свиту и счастья, Те перемогу над ворогом в 2023 році. Дякую, дуже дякуємо вам за такі теплі слова, і будемо і ми очікувати і, віта, і, дуже... друзі, і слава героям, слава Україні, і вся Грузія, так і, і, і вас. Вся Грузія побажає. Ця грузі побажає над побатіми український народ. Дуже дякуємо. Ми це справді цінуємо, і справді грузинські підрозділи в майже в цілому складі зараз воюють на боці нашої держави, за що ми дуже вдячні і справді братському народові, тому що це показують не лише на діалозі, так на розмовах, але й на полі бою, що викликає величезну повагу і певна річ подяку тим грузинам, які зараз допомагають нашій армії. Дуже дякую вам, вітаю і вас з прийдешнім. і вдячний за те, що доєдналися, і за цей діалог для глядачів. Я нагадаю, що Вахтангмас. Сая грузинський експерт та доктор політичних наук був з нами на прямому зв'язку. І коротко зазначу.